СБУ запретило въезд в Украину российской певицы Юлии Самойловой на 3 года. Девушка должна была представлять Российскую Федерацию на Евровидении. Международный песенный конкурс пройдет в Киеве в мае. Одна из причин запрета – выступление певицы в Керчи в 2015 году, уже после оккупации Крыма. Также Самойлова в соцсетях негативно высказывалась в адрес украинской власти и евроатлантического курса Киева. Решение приняли на основе полученной информации о нарушении ею украинского законодательства. Закон один для всех.